Пагарском районе у фермы «Березовка» агрохолдинга «Мираторг» работа кипит. Своего часа дождалась царица полей кукуруза. Всего здесь было посеяно более 1000 гектаров. Из-за непогоды уборочная страда немного затянулась. Но как только природа смилостивилась, механизаторы продолжили битву за урожай. На рубеже у «Березовки» остается убрать буквально последние сотки. Уборку мы завершаем с хорошим показателем. Брянская местная компания холдинга «Мираторг» сеет семена селекции лучших мировых производителей. Урожайность кукурузы у нас пока держится на 90 центнерах. Для уборки кукурузы используются комбайны со специальными жатками. Такая техника позволяет переработать початок так, чтобы на выходе получилось чистое обмолоченное зерно. Опытному механизатору Александру Пулину доверили экспериментальный комбайн немецкой компании, но российской сборки. Специалист остался доволен такой интернациональной сельхозмашиной. Это техника, вот она, это экспериментальный комбайн. Его недавно пригнали к нам. Она вообще практически без потерь убирает. И очень быстро, и чистое зерно идет. Ну и вот совсем без потерь. Люди и техника не подводят, говорят специалисты «Мираторга». Уборочная кампания завершается хорошими показателями. При средней урожайности зерновых по области 21 центнер с гектара у «Мираторга» результат гораздо выше. Озимые тритикали 33 центнера с гектара, ячмень 32, овес 27. С приходом кампании в Брянскую область лучшие кадры к нам приходят. Работают с полной отдачей, работают самоотверженно, и результат не заставляет себя ждать. Урожайность у нас одна из лучших по области. После уборки кукуруза будет отправлена на элеваторы. Зерно пойдет на корм крупному рогатому скоту, а также бройлерам, которые скоро появятся на птицефермах «Мираторга». В целом, кормов на зиму заготовлено достаточно. Сена, сенажа, силоса и соломы в общем объеме более 400 тысяч тонн. Елена Смирнова, Сергей Ковач, события, Пагарский район.